Я в эфире. Это моя третья прямая трансляция. И сейчас мы подождем людей. Я буду объявлять тему. Зовут меня Ирина Маркелова Агапова. Больше меня в интернете знают как Ирина Агапова. Привет, Елена. Всем привет. Напишите, из какого вы города. Привет, привет. Из Смоленска, хорошо. Нас смотрят 11 человек. Борис, привет. Александр Макаров, привет. Дензи прислал подарочек. Спасибо за подарочек. А вы не знаете, что дают уровни в трансляциях? Напишите. Я еще не вникала. Там какие-то монетки начисляются или уровни. И как поощрять тех, кто пришел на трансляцию, подарками. Подарки только я от вас вижу. Поставьте лайки и поделитесь трансляцией. Спасибо за ваши лайки. Тема сегодняшней трансляции – как оставить работу и стать богатым. Я уже вела такой вебинар в YouTube в прошлом году и решила сегодня его провести ВКонтакте и обсудить с вами. Сейчас еще людей подождем. Напишите, из какого вы города. Напишите, кто из вас уже проводил трансляции. Напишите «я». И напишите, и поставьте троечку, кто собирается проводить трансляцию. Вы знаете, что трансляции популяризируют ваш бренд. Вот в основном у меня ВКонтакте целевая аудитория. У меня около 9000 друзей и где-то 1800 подписчиков. Хорошо, вот проводите трансляции. Каждому вашему другу и подписчику приходит оповещение о том, что вы в эфире. Нас смотрит 15 человек. Да, ну, на моей позапрошлой трансляции было... На первой, кстати, трансляции было у меня 40 человек. И за час у меня было около 70 комментариев и 200 просмотров. Вот если вы проводите трансляции, и, например, вы участвуете в каком-то интернет-проекте, это очень сильно популяризирует ваш бренд. Еще если вы каждый день пишете истории по 15 секунд, и все ваши друзья и подписчики видят эти истории 24 часа в сутки. И каждые сутки надо эти трансляции, то есть эти истории обновлять. Дима Беляев, лучше будьте блогером, как я, так вам будет намного выгоднее. Дима Беляев, сколько вы зарабатываете на ваших видео в месяц? Напишите, пожалуйста. У меня выходит в моем проекте «Всем миром» более 350 тысяч друзей. Имею я на своем канале 2600 подписчиков. Моему каналу 3 года, и я знаю, что любят люди смотреть, но у меня другая ниша, у меня ниша по бизнесу, поэтому те люди, которые подписаны на меня и смотрят мои видео, которые я снимаю уже 4-й год, они мне приносят в проекте денег больше. Ну, в этом месяце было $50, у меня было около 350 тысяч рублей, но тоже в долларах. А на моем канале я заработала $12 на просмотрах. Тоже деньги. Ну, неплохо, конечно. Вот, хотела бы вернуться ближе к теме. Тема нашей трансляции – как оставить работу и стать богатым. Рано утром большинство из вас просыпается и идет на работу. Ну, чистит зубы, собирается, берет что-то покушать с собой – и идет на работу, а с вечера заводит будильник и стараются ложиться пораньше, чтобы выспаться. И так бывает. У кого-то сутки трое, у кого-то... У меня был 12-часовой рабочий день в парикмахерской. Я ехала через всю Москву в толпе, в давке, полтора часа добиралась на работу. Вставала я в 6 утра, мой рабочий день был с 8 часов до 9 вечера, и приезжала я домой в 11 вечера, и мне не нужно было ничего.
ни денег не надо было. И моя жизнь, вот 15 лет я проработала парикмахером, прошла именно так. Ну, я ни о чем никогда не жалею, значит, было не мое еще время. И мне сейчас 41 год, и только в 37 лет я поняла, что, выражение поняла, что богатые строят сети, а бедные ищут работу. Вот когда я участвую в проекте «Всем миром», кому не интересна эта тема, можете покинуть мою трансляцию. Кто хочет разбогатеть за год и получить 1 миллион рублей, можете оставаться с нами. Когда я начала этот бизнес, я уже стала миллионером. Кто не верит, я 3 года снимала свои видео, как я переехала из общежития в трехкомнатную квартиру и сделала в ней ремонт. Все видео я выставляла на своем канале. Это для неверующих, которые не верят и говорят, да, ты врешь. Ну, камера не будет врать. И каждый день своего ремонта я снимала на видео. И вот. Мои родственники, друзья, знакомые, когда видели мои видео, говорили, какой лабудой ты занимаешься? Тогда я задавала им 4 вопроса. Кстати, на первый вопрос ответьте «да» или «нет». Первый вопрос. Платят ли вам за вашу работу по много раз? Напишите «да», если платят, и «нет», если не платят. Вот вы выполнили какую-то работу, платят ли вам за эту работу много раз? Вот я работала парикмахером, я вот постригла, к примеру, мужчину. Он заплатил деньги в кассу, мне дали какой-то процент, дали мне 40%, и он ушел. Вот за эту работу мне заплатили только 1 раз. А вам платят за вашу работу? 18 человек нас смотрят. Кто присоединился, ответьте на такой вопрос. Платят ли вам за вашу работу по много раз? Вот Елене Гусаковой платят. Остальные поактивнее. Напишите «да» либо «нет». Или вы стесняетесь написать в комментарии «да» или «нет». Ладно, второй вопрос. Артуру не платят. Вот я написала свою методику. Более 40 видеоуроков я записывала видео 2 года. И постоянно пополняю эту методику. Мне за эту работу платят. То есть я записала видео. Теперь эта методика у меня продается в магазине. И за 2000 рублей. Кстати, кому интересно, можете писать мне в личку. С партнерской программой. Вы продаете мою методику, если вы ее купили, посмотрели, продаете мою методику, получаете 25%. Тоже хороший заработок, не правда ли? Вот кому интересно, можете после трансляции мне в личку написать, что за методика, и поищите у меня в видеозаписях. Второй вопрос. Когда ваш источник дохода иссякнет, смогли бы вы год прожить без такового? Поставьте плюсики, если смогли бы прожить. И поставьте минусы, если ответ нет. Вопрос, когда ваш источник дохода иссякнет, смогли бы вы год прожить без такового? Ну вот, к примеру, педагога уволили из школы. Год он проживет без дохода в школе. Ему ведь не будут платить, ведь он будет искать другие источники заработка. В партнерках платят по много раз. Лилия ставит минусы. Так, смотря какой фармер Мил минус ставит. Следующий вопрос. После вашей смерти будут ли ваши дети и внуки получать доход? Все мы живые люди, все мы живые организмы, и рано или поздно мы все умрем, ни для кого это не секрет. Вот, к примеру, Beatles написали песню, и теперь родственники получают за эти песни доход. Родственники, дети, внуки и так далее. И 4-й вопрос. Получаете ли вы доход 24 часа в сутки?
Поставьте плюсики, если получаете, поставьте минусы, если не получаете. Спасибо вам за подарочки и за ваши лайки и репосты. Поделитесь этой трансляцией. Можете в группе поделиться. Борис Маркелов, поделись в наших группах, где прямые трансляции, и в группе, где стать миллионером. Вот. Спасибо за подарок, Елена. И вот на эти вопросы, когда мне говорили мои родственники, друзья и знакомые, какой лабудой ты занимаешься, я им задавала эти 4 вопроса. И на все вопросы они мне отвечали «нет». А я на все вопросы отвечала «да». Да, мне платят 24 часа в сутки за мою работу. То есть получаю деньги 24 часа в сутки, даже когда я сплю. Мне поступают переводы. Борис, принеси, пожалуйста, свой смартфон, я покажу, как приходят нам переводы. Потому что я со своего смартфона веду трансляцию, я не могу вам показать. Если, ну, когда я умру, мои дети от 18 лет будут получать мой доход. То есть наш бизнес-проект «Всем миром» передается по наследству. И если мой источник дохода иссякнет, я могу прожить год без такового. То есть у меня уже пассивный доход, у меня команда уже около 5000 человек за 4 года, и я постоянно получаю пассивный доход. И за мою работу мне платят много раз. Вот, к примеру, про методику, которую я вам говорила. Сейчас я вам покажу переводы, которые нам приходят от единого кошелька. Вот, Wallet One, это единый кошелек. Нам приходят переводы по 1, 10, 15 и 5 долларов. Кому это интересно, как работает система, вы можете ссылочку в закрепленной записи посмотреть. И видео в закрепленной записи у меня стоит. Вот перевод 10 долларов, 5 долларов. 1 доллар – это когда партнер активирует кабинет. И так далее. До бесконечности. Вот сколько я буду листать, столько и будет переводов. Каждый день, каждый месяц, каждый год. Я в проекте уже 4 года. И еще вот это whole world, да, Ренат, все правильно. Не все зарабатывают в этом проекте. Как вы думаете, почему у меня из структуры 5000 человек в чате осталось только 19 человек? Потому что мы не активных лоботрясов лодыри, которые не хотят снимать свои видео, мы просто удаляем из чата. Мы им даем, конечно, какое-то время. Правила у нас очень строгие, но мы работаем на качество, а не на количество. Мы запустили квест. Это такой проект, такая типа игра. Вы заходите к нам в проект, оплачиваете 5 долларов, активируете свой кабинет, привязываете единый кошелек к своему аккаунту и оказываете помощь 100 долларов согласно маркетингу. Маркетинг я вам рассказывать не буду. Вы можете его посмотреть у меня в закрепленной записи, как работает система. И попадаете к нам в чат в скайпе. Мы вам даем задание. На данный момент, по-моему, около 11 заданий. И кто не выполняет эти задания в течение 2 недель, то мы просто выгоняем из чата. Может быть, это жестоко, но пусть останется в чате 5-6 человек, которые приведут нас к миллиардам. Или мы станем долларовыми миллионерами. Рублевым миллионером я уже стала, и мой муж также. И мы станем долларовыми миллионерами. 5-6 человек. Вот. Все в команду лидеров, правильно, Борис. Завтра будет 12-е задание. Кстати, одно из заданий – провести трансляцию. Неужели так сложно закачать себе ВК-лифт на телефон, на смартфон, нажать кнопочку и запустить трансляцию, пообщаться со своими друзьями и подписчиками 10 минут? Неужели это сложно? По поводу пенсии. Вот вы работаете. Ренат, пока вы стесняетесь, ваши деньги идут мимо вас. Вы в курсе, что у всех продвинутых инфобизнесменов оформлен YouTube-канал, и он постоянно развивается? Все инфобизнесмены имеют свои каналы.
Через канал, вот у меня много фанатов, они узнают о нашем проекте, вступают, и мы обогащаемся. И чем успешнее мои партнеры, тем богаче становлюсь я. Так работает наша система. То есть, если у моих партнеров будут рефералы, соответственно, 7-уровневый маркетинг, от этого получаю я тоже. Поэтому мы очень строго требуем с наших партнеров выполнения всех заданий. Ренат, ну стремлюсь к этому не все сразу. Понятно. Вот по поводу пенсии. На наемной работе ваше предприятие от вас отчисляет 1% в пенсионный фонд. Вы в курсе, что пенсия скоро увеличится, пенсионный возраст до 65 лет? Но не все доживут до этого возраста. А вы в течение жизни будете каждый месяц отдавать этот процент в пенсионный фонд. Я считаю, у меня трудовая книжка лежит, вот 2007 год, последняя запись у меня. Я безработная уже 4 года. Вот я себе оформляю загранпаспорт, так как я вышла замуж, у меня другая фамилия, и я теперь переоформляю загранпаспорт. И там спросили у меня, ваши официально последние 10 лет трудовой деятельности. Вот в 2007 году у меня стоит последняя запись, что я была парикмахером. Фармер, до пенсии все равно не доживем. Кто-то доживет, и пенсия – это приговор. То есть в течение жизни вы будете отчислять 1%. И спросите у ваших родителей, бабушек, дедушек, если они живые, большую пенсию они получают. У меня мама получает 8000 рублей. Но, слава богу, она в проекте, надо мной я ее поставила, и она получает, мама и папа получают прибавку к своей пенсии на полном пассиве. Мама сняла пару отзывов о проекте, а в компьютер уже не заходит, получает на полном пассиве. Я считаю, что пенсия – это приговор, который уходит на лекарства, а здоровье вы потратите за всю свою жизнь, вы просто обменяете свое здоровье на доход. 20 тысяч рублей оклад, кто-то 25 получает, а у нас в поселке вообще 8-10 тысяч зарплата. Вот я была, заходила, мне просто было интересно, сколько платят на почте. Мне предлагали там работать, когда я получала посылку. Мне там висит объявление. Я говорю, какой у вас оклад? 6 тысяч, не хотите поработать? Я говорю, нет, у меня минималка, я в день столько имею в проекте. Предлагали мне работать педагогом. Я позавчера ходила в школу. Я говорю, нет, спасибо, я 2 года работала в школе, у меня педагогическое образование. Моих нервов не хватило работать в школе. Всем привет, кто присоединился. Ставьте лайки, делайте репосты. И меня зовут Ирина Маркелова Агапова. Агапова меня больше знают в интернете. И тема нашей трансляции – как стать богатым и оставить свою наемную работу. Уже сказала, что я в проекте Whole World. Это бывший Gold Line International, в котором я с 2013 года. В 2014 году его переименовали во всем миром, потому что ввели благотворительный фонд, и Gold Line, то есть золотая линия, стала неуместным. И он стал называться всем миром. И каждый участник оказывает $100 в помощь, которая 50 направляется в фонд помощи детям всем миром. И про пенсию. На лекарства будут уходить ваши деньги, потому что все вы, кто работает на наемной работе, меняют свое здоровье для того, чтобы обогащать дядю. И у нас в поселке, вот я зашла в магазин, говорю, сколько у вас стоит? Она говорит, сутки работать. Она говорит, 700 рублей, это сутки, сутки через трое. Посчитайте. Вот 10 суток в месяц, если человек работает, получает 7 тысяч. Попробуйте на ногах побегать и обслуживать всех покупателей.
Ужас. Лучше уж, когда роботы за нас пашут, а мы получаем. Конечно, продукта у нас нет. Если все будут в нашем проекте, то кто будет подметать подъезды, кто будет учить наших детей, кто будет продавать и печь хлеб и так далее. Только 5% из 100 выживают в сетевом бизнесе. То есть я не говорю о тех, которые там 6 тысяч, 10 тысяч в месяц имеют в сетевом бизнесе. Я говорю о больших деньгах. Я говорю 300 тысяч в месяц, 400 тысяч в месяц. То есть о миллионах, чтобы стать миллионером. Лучше по поводу пенсии 10% откладывать себе вот хотя бы в тот же Сбербанк или Альфа-банк. На 6 месяцев отложили. Вот получили вы, к примеру, 20 тысяч зарплату. 2 тысячи отложите себе на пенсию. И так делайте в течение всей жизни. Вот если вам 20 лет, да, даже не важно сколько лет, откладывайте каждый месяц. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кому в день 100 рублей отложить не проблема. Вот нас смотрит 13 человек. 100 рублей в день на пенсию отложить не проблема. Поставьте плюсики. Вот, Мария плюсик, Борис плюсик. Кому не трудно отложить на себя 100 рублей в день? Это 3000 рублей в месяц на пенсию. Три плюсика вижу. Остальным десятерым, наверное, трудно отложить. А 1% в месяц в пенсионный фонд вам не трудно откладывать? Елена плюсик, 4 плюсика. Остальным десятерым трудно 100 рублей в день на себя, любимого, на пенсию отложить. Еще советую вам включить капитализацию процентов, если вы себе открыли вклад. В интернете, в Сбербанк онлайн заходите, открываете вклад, пополняемый, ставите галочку «Капитализация процентов» и подключаете себе копилку. К примеру, подключаете 500 рублей в неделю. Ну, для кого это сложно, там 200 рублей в неделю. И каждый понедельник в 9 часов утра с вашей карты будет сниматься 100 рублей или 200 рублей. И так вы будете откладывать, откладывать, постепенно откладывать. И 10% инвестируйте каждый месяц. И еще 10% отдавайте. По законам Вселенной, если вы 10% отдаете, оно к вам возвращается в несколько раз больше. Я каждый месяц отдаю еще прибавку родителям. Они покупают себе дорогие лекарства, потому что всю жизнь у меня папа проездил по горячим точкам, он военный, а мама всю жизнь проработала в школе. Соответственно, здоровье никакое, моей маме 72 года. Вот лучше быть фандрайзером в благотворительном фонде всем миром и получать денежные переводы. Но нужно выполнять задания. Задания вполне посильные, и обязательно нужно снимать видео и проводить вот такие трансляции, как я. Все, мы будем заканчивать. Спасибо, что поделились трансляцией, поставили лайки. Кого интересует наш квест? Как стать миллионером в проекте «Всем миром» в самой лидерской команде? Почему лидерская? Это не пустые слова. Вы можете посмотреть у меня в видеозаписях, почему наша команда самая сильная. Либо пройти по ссылке и на главный сайт посмотреть топ-10 лидеров. Я и еще 7 человек из моей команды постоянно в топе 10. А нас 870 тысяч человек, почти миллион, и мы занимаем самые лучшие места. Топе 10. Принимаем команду не всех, есть 18 лет, и кто согласен проходить все наши задания, которые мы даем в чате. В основном это съемка видео. Кто стесняется, не нужно к нам ходить. Вот. И еще продам пин-код. Вот акция. Кто первые 3 человека зарегистрируется, напишет мне в личку. Я из трансляции
хочу вас купить пин-код номиналом $5, продаю за 100 рублей. Вот первым трем людям продаю пин-коды по 100 рублей. Кому надо, пишите в личку. Все, я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. До скорых встреч. Пока-пока.